Всем привет, мои дорогие друзья, с вами Роман, и сегодня у нас будет обзор вот такого вот очередного напитка, точнее, вот такого вот фрутоняня, яблоко-банан, груша с печеньем. Это детское пюре. Так, состав, давайте сразу смотреть его, мне интересно. Пюре из яблок, бананов и груш с печеньем для питания детей раннего возраста, гомогенизировано, стерилизовано. Продукт готов к употреблению. Состав данного пюре следующий. Пюре из яблок, пюре из банана, пюре из груш, вода, питьевое печенье. То есть мука пшеничная, сахар, масло сливочное, это хорошо, яйца куриные, экстракт солодовый, молоко сухое, цельное, крахмал кукурузный, разрыхлители, карбонаты аммония, карбонат натрия, натуральный ароматизатор печенья. То есть, видимо, что-то из печенья добавили еще дополнительно, чтобы вкус был печенья, ароматизация, ну, ароматизировали, получается. А, ребят, нужно теперь открыть данное, у нас данный продукт. Ну, пахнет сразу так не очень, то есть груша запах, да, такой сразу грушей и сливочный, чуть-чуть сливочным печеньем пахнет. Ух ты! Как, нифига себе, как, какое оно достаточно-таки густое. Необычно. Ну что ж, ребят, посмотрите на него. Такой густоватая масса. Действительно, видно, что грушу сюда и банан добавили. Но мне кажется, она больше на банановую похожа. Вот очень-очень мелко измельчили. И туда, видно, печенье, наверное, добавили, да? Понюхаем еще раз. Ну да. Как будто банан и груша. Давайте пробовать. Так. Ну что? Чувствуется действительно. Банан, привкус груша тоже чувствуется отчетливо. Ну, печенье как бы тоже чувствуется, ароматизатор печенья, конечно же, больше. Но, видимо, так измельчили, потому что детям вот нельзя. Они могут неправильно проглотить, и другое дыхательное горло, пища может, не дай бог, застрять. Так. Ну, что я вам скажу, ребят. Печенье неплохое. Ну, действительно, неплохое. Годное. То есть, точнее, пюре. Неплохое, годное. Ну что ж, ребят. Ставлю я ему оценку 5 из 5 баллов. Такое достаточно не сладкое, не кислое. Вполне себе сбалансированное. Спелые фрукты плюс вкусное печенье. Но, так как у меня вкусы немножко другие, это детское, поэтому я решил его попробовать, знаете почему? Потому что в детском, ну, намного меньше химии, так говорят. Поэтому, ну да, есть что-то похожее на печенье, действительно. Ароматизатор нормально добавили, в принципе, но это, опять же, неплохо. Хорошо, что ароматизатор, не какую-то там химию. А так вы на зубах не почувствуете печенье, даже если будете ложкой как бы и разгрызать, пытаться будете разгрызть. Ну, действительно, печенье, ароматизатор хорошо добавлен. Я думаю, тут, правда, есть печенье, но они очень-очень мелко его размололи, то есть блендер измельчили. Можно сказать, что действительно для детей это безопасно 100%, поэтому покупайте, ребят. Моя оценка, еще раз повторюсь, этому продукту 5 из 5 баллов. Очень хорошая довольно-таки смесь, супернатуральная, без добавления сахара. Это хорошо. Отличный вариант. Стоимость бутылочки составляет, кстати говоря, 42 рубля. Ну, нормальная цена, в принципе, ребята. Только в печенье тут сахар добавили и все. Крахмал, ну да. Разогреть карбонат аммония натрия. А так, ребят, действительно, высший балл заслуживает 5 из 5 баллов, ему ставлю. Ну что ж, ребятки, если вам этот видосик понравился, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайк, комментируйте, оставляйте комментарии. То есть, всем удачи, ребятушки, всем пока.